Краснодарском крае прошел четвертый этап акции «Светлый взгляд». Организаторами выступают УФСИН России по Краснодарскому краю, Петербургская сеть салонов оптики «Рады видеть», Ассоциация христианских евангельских церквей «Союз христиан» и Общественный совет при УФСИН России по Краснодарскому краю. Акцию «Светлый взгляд» мы проводим в наших учреждениях уже на протяжении полутора лет. Изначально мы начинали ее как социальный проект, особо значимый для наиболее незащищенных осужденных. Это женщины, несовершеннолетние. Но в настоящее время, вот за время проведения этой акции, мы уже распространили ее и на учреждения, где содержатся мужчины. Акция очень значима для осужденных, потому что позволяет им наиболее полно проявить свои способности, возможности, особенно в вопросах трудовой адаптации, потому что обеспечение очками позволяет им наиболее эффективно, плодотворно трудиться. Благотворительная акция «Светлый взгляд» выполняет важную гуманитарную функцию и вместе с тем является воплощением слов Спасителя Иисуса Христа. «Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Эту акцию мы осуществляем при поддержке УФСИН России по Краснодарскому краю. Также лично начальник управления Виктор Владимирович Пестов одобрил проведение этого мероприятия. Это четвертый этап уже акции «Светлый взгляд» на территории Краснодарского края. За этот четвертый этап мы изготовили 226 пар очков. В этот приезд устроители акции «Светлый взгляд» посетили на Кубани мужскую исправительную колонию номер 6 и мужскую исправительную колонию номер 2 строгого режима, а также Белореченскую воспитательную колонию для несовершеннолетних. Счастливые обладатели новых качественных очков выражали свою радость по-разному. Иногда сдержанно, а иногда очень непосредственно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вообще здорово. Очень хорошо, видимо. Аж как-то не по себе. Акция «Светлый взгляд» охватывает заботой не только осужденных, но и сотрудников исправительных учреждений. Из-за напряженного графика работы им порой совсем непросто решить вопросы с медицинским обследованием и коррекцией зрения. Я слышу это от сотрудников, я вижу это и сам, данная акция. И мне вручили очки, действительно, я ими пользуюсь дома. И вот смотря телевизор, действительно, картинка очень сильно меняется. Петербургская сеть салонов оптики «Рады видеть» откликнулась на инициативу члена Общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю Яна Волкова и поддержала доброе начинание. Таким образом, квалифицированную медицинскую помощь и высококачественные очки получили осужденные и сотрудники колонии Краснодарского края. Зрачок глаза – это важнейшая часть зрительной системы. Но самое интересное, что об этом знали давно. И в псалтыре зрачок глаза называется «зеница ока». И человек, обращаясь к Богу, говорит: «Сбереги меня, как зеницу ока в тени крыл твоих». Это замечательный образ, и он очень хорошо подходит к тому, что, возвращая физическое зрение, мы даем возможность духовно прозреть человеку. Акция «Светлый взгляд» расширяется благодаря участию неравнодушных людей – общественных деятелей, государственных служащих, медиков и бизнесменов. Объединяя усилия, мы можем несоизмеримо больше, чем поодиночке. И благодать Небесного Отца да пребудет со всеми творящими добрые дела. Михаил Богданов, Алексей Марьин, ТБН.